Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Давай-ка быстренько зайдем с тобой в магазин и откроем колоду. Задания сегодня я все выполнил. Так что будем, наверное, начинать с арены. Да, видишь, 15 долларов только можем получить, и то за просмотр рекламы. Но я этого делать не хочу и не буду. Так, испытания. Кстати, да, мы с тобой можем попытать еще счастье маленечко, да? А вдруг нам выпадет? Я на это очень сильно надеюсь. 3 доллара, ну это вообще никуда не годится. Ну вы серьезно? 3 ДНК на Шреддера. Ладно, это еще куда ни шло. Еще 4 попытки, ребята, есть у нас? Тигриный коготь, ну почему? Вот, вот оно, ребята. Так, шикарно, давай попробуем здесь. 2 попытки у нас есть с тобой. Погоди-ка, я не туда нажал. Вот здесь вот надо, конечно же. Так, подожди, опять что-то переключилось. Вот сюда говорю. Ну, кружка Динер Олимп. 2 доллара. И все, ребята, больше я не могу, к сожалению. Хотелось, конечно же, вытащить 4 ДНК на Супер Шреддера, но, видишь, судьба ко мне неблагосклонна. Ну, расстраиваться не будем, а будем с тобой что? Давай зайдем, наверное, сюда, посмотрим, в магазине ничего приобрести не можем. У нас всего лишь 4... монеты, этого мало. Так, 625 жетонов, кстати. 625 жетонов, конечно же, берем с тобой Рафаэля Видения. И остается всего лишь 4 ДНК. Слушай, ну неплохо, да? Так, у нас, значит, остается с тобой турнирная арена. Не забывай, что сегодня воскресенье, в данный момент вечер. Так что завтра понедельник. И завтра у нас будет новая неделя. И еще раз говорю, ребята, мы с вами будем переводить кого-то в платиновый ранг. И очень многие написали, чтобы я перевел Криса Брэдфорда. Для меня это немножко странно. И я вот думал между Ванькой и между Змейковьюном. Может быть даже Карайку. Но пишут, бери Криса. И все здесь, хоть треснет и пополам. А может быть вообще взять Шреддера? Или Хана? Или Крипа? Согласись, когда много кого можно перевести в платиновый ранг, сразу начинаешь мельтешить. А может быть вообще Микеланджело? Нет, ребята, нам желательно такого персонажа, у которого есть массовые, довольно сильные атаки. У Шреддера есть. Подожди-ка, у него массовая атака есть? Я вот не помню. Есть, конечно же, есть, ребята. Клан футовцев он вызывает. У Ваньки аж, по-моему, целых 2 массовые атаки. У Змейковьюна тоже, кстати, 2. А вот у Карайки всего лишь одна, это когда она бросает кунаи. Но ты не забывай, что у нее большая инициатива. Есть смертельный поцелуй. Есть удар копьем, который может повесить постепенный урон. А у Криса? А у Криса что? У него есть баф. Да? И есть дополнительная защита. Есть проникающий удар. Ну, как бы такой специфический довольно персонаж. Не знаю, ребята, давайте еще раз. Время пока есть до завтра, ну а вы уж голосуйте. Так, ну что, мы с тобой идем на арену. В Лиге Мастеров ранг 5. Но это, ребята, ерунда для нас. 15 откатов есть. Подожди-ка, я здесь, естественно, не забрал. Господи, думаю, что-то не то. Конечно, не то, я награду не забрал. Вот теперь у нас еще можно, ребята, получить 10. Какой 10? 20 откатов, я думаю, за глаза. Сегодня мы будем с тобой в топчике. Так что погнали. И начнем мы с тобой нашу битву с Вилла. Да, именно Вилл пойдет у нас на Виллы. 76-й. Так, слушай, здесь, в принципе, можно особо не бояться. Возьму Ваню, возьму Джастина и нейтрализатора. Я думаю, что сейчас Усаги повесит на всех постепенный урон. Леонардо потом добьет. А если нет, то, скорее всего, либо Ванюша, либо нейтрализатор все-таки успокоит этих нерадивых, да? Кстати, многие пишут, Рэй, почему ты не продолжаешь играть в Shadow Fight 2 оригинальную версию? Ребята, я начну в нее играть, но чуть-чуть попозже. Сейчас я больше акцента делаю на второй канал, потому что там нужно допройти мне Gears Tactics, да? Очень сильно хочу его пройти. И взяться уже за Marvel Avenger. Ну, новая игра, которая вышла, да? И вот все как-то вот у меня все в кучу. И не получается и тот канал, и этот. Так что будем стараться. Будем стараться. Плюс еще у меня там очень много игр, которые я начал и не закончил. А они у меня висят. А я не люблю, когда что-то висит таким грузом. Сразу почему-то становится тягостно. Так что, ребята, и время, понимаешь, во времени тоже ограничен. Но я думаю,
Видишь, если бы, например, мы бы делали с тобой стримы, да, было бы все намного проще. Но я тебе уже говорил по поводу моей интернет-связи. Это, я не знаю, это ужас какой-то. Может быть, я что-то неправильно делаю. У меня при скачке игры, да, например, с того же самого Стима, показывают скорость 6 мегабит в секунду. Или мегабайт, мегабит, наверное. Я не знаю, этого достаточно для того, чтобы стримить или нет. И как вообще проверить свою сеть? Ну, не сеть, а свой стрим без выпуска его на всеобзор. То есть запустить как пробный и посмотреть. Потому что ноутбук есть, телефон есть, 2 монитора, даже 4. Ну, 2 рабочих и 2 стоят без действий. Но как это все проверить, я не знаю, ребята. Особо сильно голову этим как бы не забиваю. Хотя подключен я к сети 100 мегабит в секунду, а выдает почему-то всего лишь 5, 6, 7. Не знаю, ребята, от чего это все зависит. Как всегда, обманывают нас. Вот и все, вот тебе и весь ответ. Ну что, у нас с тобой какая позиция? Я что-то заговорился и пропустил самый важный для себя момент. Не увидел, на каком мы сейчас с тобой находимся месте. Ну, в любом случае, 20 откатов возьмем, и нам с тобой за глаза. Даже можем просто брать Усаги, Леонардо и того же самого Зека и всех здесь бомбить. Вместе с ними брать еще кого-нибудь из слабеньких персонажей, и все будет на изи. Так, ну что, давай сделаем с тобой, наверное, нашу козырную вертушку. Я думаю, что не все упадут. Окей. Угу. По поводу Shadow Fight 2 я не договорил, ребята. Мы продолжим, когда я немножечко отдохну. Когда мы разберемся с вами со многими играми, которые уже у нас идут на канале. Вот многие еще просят Тома Джерри, например, снять. Сейчас играю, например, в ПВЗ Герои. Хотел, думал, с подписчиком поиграть на Лиге. Нету никого. Странно, кто-то написал, может быть, это баг. Не может быть такого, что никого не было в игре. Да, я тоже так думаю, потому что у меня там, наверное, больше 50 друзей висит, да, в этой игре, и никого нету. Может быть, зависит от времени дня. То есть я как бы играю вечером, иногда днем, но все равно, когда бы я не зашел, никого нету. И, кстати, сегодня я играл на Лиге, думал ранг поднять. Ребят, там была жесть. Не снимал я видосы, просто для себя, для интереса играл. Как меня там распетрушивали, если бы ты только видел. Мне даже самого себя стало жалко. Ну да ладно, сейчас не об этом речь. Сейчас у нас с тобой арена. Мы с тобой двигаемся уверенно вперед. Сейчас посмотрим, на какое мы место с тобой приземлимся и сделаем уже определенные выводы. И это не говорит, что это, конечно, у нас бой, да, потому что, о, друзья мои, только лишь 65-е. Мне кажется, что уже надо сразу заранее покупать здесь. Ага, берем. Так, и в следующий раз мы еще с тобой получим $100. То есть я могу взять еще 10 откатов. А в данный момент 29. Я думаю, что этого нам с тобой за глаза. Ну, согласись. Я думаю, ты понимаешь, почему так все происходит. Поехали. Так, берем с тобой, наверное... Так, ну да. Возьмем яму, а почему бы и нет? Он довольно слабенький, у него персонажи... Не скажу, что именно по уровню хиленькие, а сами по себе. Вот только Усаги, конечно, ой, Усаги. Этот Хан может нам здесь немножко навредить. А вот мне интересно, у кого больше инициативы? У Хана или у Зека? Мне кажется, почему-то, что у Зека. Давай мы с тобой это дело проверим. Вот так я возьму. И просто интересно, ради любопытства сделаем с тобой такой пробный забег. Ага, ну, ясно. Подожди-ка, а почему Усаги стал ходить первым? Я не понял, друзья мои. Слушай, скорее всего, ребята, сказывается уровень. Он у меня уже 94-го, если ты не успел заметить. Я его на один левел поднял. Хан даже не успел ничего сделать. Ну, потому что, ребят, постепенный урон его уничтожил. Значит, получается, что у меня первым ходит Усаги. После него ходит Зека, а после Зека только Лео. То есть Лео упал вообще ниже плинтуса. Именно по инициативе. Ну что же, 55-й ранг. 55-й ранг, и мы с тобой двигаемся дальше. И я возьму здесь... А почему мне не взять мне Даниэля? Ну вот почему бы не взять? Просто вот хочется и все. Так, кто у него здесь? Я не вижу особых противников, поэтому здесь я, наверное, возьму вот этих вот двух, да, вот этих двух. И, наверное, сюда еще в придачу Зека запущу. Хотя, наверное, зря я так вот трачу откаты аж на трех персонажей. Так, мы можем
далеко не уйти. Ну что же, давай, поехали. Усаги первый. Слушай, если мы сейчас с тобой здесь набьем довольно много мутагена, я думаю, поднять его до 95 уровня. Прикинь, будет классно. А на сотой, на сотом уровне, ребята, я думаю, он будет вообще имбовый. Что я сейчас сделал, а? Вот скажи-ка мне. Такую, ребята, ошибку сейчас мы можем, ох, попасть, если носорог побежит. Но он, наверное, не успеет. Или успеет. Хотелось бы мне посмотреть. Нет, ребят, не успел. Надо же было Леонардо не просто бить, а делать его супер могучую вертушку. А я, видишь, заговорился и чуть было не сфейлился. Ну что же, двигаемся тогда дальше с тобой. Так, какая там у нас позиция будет? 48-я? Нет, 45-я. 46-я, окей. Откатов еще, слава богу, нам хватает. И я возьму здесь Донни. Я думаю, самое то будет, да? Возьмем Донни. Возьмем Криса. И возьмем здесь Шреддера и Мутагеноида. Крис Брэдфорд, он, по-моему, не отличается скоростью. Вот Рафаэль, по-моему, да, может здесь немножечко бустануть, скоростнуться. Но, мне кажется, не в его случае, не в этот раз. Так, Усаги. Смотри-ка, Эйприл, кстати, Донателло, ребята, выжил. Причем он может даже выжить один. Нет, я думал, что он один из всех может выжить. Но, видишь, почему-то не устоял он против Леонардо. Ну, такое бывает. Правда, очень редко. Так, ну что же, 36-я позиция. Да, сегодня будет однозначно топчик. Никуда он от нас не денется. Слушай, по-моему, кто там? Заринпуя. Заринпуя. Вот надо же такое придумать-то, а? Никнейм-то себе. Беру Рокзара и берем Крипа и Рафаэля. И вперед с песней. Слушай, если, в принципе, Рокзар сейчас встанет в стоечку. А, тут Карай... Ё-моё, Карайка, у него же инициатива, ребят, большая. Сейчас бросит свои кунаи и все. И кирдык. Я про нее-то забыл совсем. Постепенный урон, не убил. Ай-яй-яй, вот про это я тебе и говорил. Слушай, ну нам повезло. Крупно повезло, что Крип и Рафаэль выжили. Тихо-тихо-тихо-тихо, роднули. Ну-ка, смерть с небес. Да, пришла внезапно. И Рокстеди упал. Ну что же, а мы с тобой продолжаем. Так, сейчас будет где-то 25-я, я так понимаю, позиция. И остается всего лишь 3 боя. И все, ребята, остается только лишь ждать понедельничка. А он уже, как говорится, не за горами. Он уже не за горами. И, блин, я обожаю, когда вот наступает неделя, где мы с тобой можем пропаться. Еще не забывай, мы с тобой получим достаточное количество осколков золотых. То есть мы кого-то из серебра можем перевести в золотой ранг. Только вот интересно, кого... Кто у меня еще до сих пор в серебре? Я не помню, ребят. Можно, кстати, после боевки глянуть. Да? Кого мы там с тобой переведем в золотой ранг? А мне лично даже самому интересно, потому что я забыл. Давно не обращал на своих слабых персонажей, как говорится, внимания. Ну, надо уделить чуть-чуть. Кто-то говорил в комментариях, что Рэй прокачивает 30-х уровней, да? До 50-го. Ребят, ну вы видели, сколько у меня именно полтинников? Их больше всего. У меня 30-х, по-моему, там 10 персонажей из 30-х. А именно 50-х, 60-х это львиная доля всех моих персонажей. И вот их нужно всех прокачивать. И тяжело, очень тяжело. Все, во всем виноват нехватка мутагена. Кто-то говорил, покупай за доллары. Ребят, ну это ну, бред. Вот что бы я последний делал, это тратил доллары на мутаген. Тут и есть достаточно большое количество заработка этого мутагена, но это нужно время. Время очень много тратить. Постоянно фармить, постоянно присутствовать в боях, в игре и все тому подобное. И тогда будешь, да, ребята, и тогда у тебя будет очень много мутагена. Но это надо жить в игре. А у меня еще есть много других дел. Поэтому вот так вот потихоньку, потихонечку мы с тобой и идем к этой цели. Так, Сплинтер сейчас бомбанет. Давай, Леонардо. Что? Нет, 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 нет. Ай-яй-яй, король. А он же может, ребята, сейчас погибнуть. Крысиный король, на нем висит постепенный урон. Нет, ему повезло. Леонардо, как всегда, выручает всю команду. Молодец, молодец. Ну, нет слов. Ребят, не зря он у меня все-таки самый имбовый персонаж. Сколько на его счету орденов? Это даже не представить.
сколько за счет него я прошел заданий, ивентов, да? Просто обалдеть. Ну что, давай, наверное, возьмем с тобой вот эту команду. Тут у нас Аня. И, судя по всему, мы, скорее всего, ребята, делаем последний, заключительный бой. И мы с тобой попадем в топчик. Должно быть, по идее, так. Я могу, конечно, и ошибаться. Сейчас глянем. По-моему, 15-я позиция, да, у нас с тобой. Если мы с тобой делаем бой, идеально этот, то мы, ну да, по идее, перебраться должны. Нет смысла, ребята, здесь ставить уклоняшку. Леонардо у нас слишком крут по инициативе. И это прекрасно. Причем Майки, ребята, Майки вообще переплевывают всех, даже Усаги, ты представляешь? То есть Майки ходит первым. Хотя Микеланджело у нас какого, 90 уровня, да? А Усаги, как ты видишь, 94-го. То есть Микеланджело, если будет сотого уровня, мне кажется, у него самая-самая огромная инициатива будет. Хотя вдруг я ошибаюсь. Интересно, а как вот это проверить, а? У кого будет круче инициатива? У вот этого Микеланджело или у классического? Или вообще у Хана? Может быть, у Карайки? Вот вопросик-то, да? Какая 15, ребята? У нас была 5-я позиция. И вот все, друзья мои, мы с вами в топчике. Я думаю, до завтрашнего дня, ну, максимум меня скинут на позицию 30-ю, 40-ю. А может быть, даже вообще на 5-ю. Было такое. Я уже говорил, да, 8 часов не заходил в игре, меня всего лишь на 10 лесенок, на 10 ступенек понизили. Так, ну что, энергия, да? Вот говорит, энергию купи, говорит. А где ты, интересно, видел? А, вот, мутаген, да? Мутаген за доллары. Ну ты посмотри, смотри внимательно. 1500 за 110 долларов. Или вот здесь вот, да? 7500 за 550. Ребята, это грабеж. Просто средь бела дня. Оно того не стоит. Вообще никаким макаром. Лучше потихонечку копить и все. Так, давай-ка мы зайдем в список. Ага, 17 тысяч мутагена. Ну что ж, друзья мои, не хватает у меня прокачать немножко Усаги. Но нам и не к спеху, потому что заданий, как говорится, нету. Мы будем с тобой копить. Лучше мы завтра, да, поднимем кого-нибудь в уровне. Так, а сейчас посмотрим, кого мы можем перевести с серебряного ранга в золотой. Так. Так, 330, ребята. А у нас с вами 285. Буквально не хватает сколько? Так, тут 20, 50. Ну, где-то 45-50 этих золотых осколков, да, ребята? Да мы получим с вами. И, скорее всего, переведем. Ну, тут смотри. Я вот не знаю, кроликов можно перевести или нет. Может быть, доктора Рокула. Или вообще кожеголового. А, нет. Кожеголовый, кстати, не готов перейти. Угу. То есть, действительно, получается, что только Рафаэль? Так, ага, здесь тоже не готов. Подожди, Рафаэль, какой Рафаэль? Рафаэль другой мне нужен. Где он? Где у меня серебро? Так, Шреддер. Не готов. Майки Космос тоже не готов. Ага, смотри-ка, кстати, Рокстеди может, ребята, перейти в золотой ранг. Что немаловажно. Так, подожди, Астрозуб у нас в платиновый метит, да? Или же все-таки Рафаэля Ролевого? Вот, ребята, дилеммушка. Слава богу, у нас с тобой очень много сюрикенов, так что хватит и в платину перейти, и в золото. Да, ребята, либо Рафаэль будет переходить, либо Рокстеди, кто-то из них. Остальным, как ты понимаешь, нужно еще пыхтеть и пыхтеть. Ну, а на этом, друзья мои, мы, наверное, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!